итоги 2013 года. Я считаю, что все прошло неплохо. Мы обкатали совершенно сырой автомобиль, который пока единственный в России в данной спецификации. Я считаю, что это один из самых быстрых моноприводов в стране. Положили на нем три мотора и уже кое-что поняли, где газ, где тормоз и так далее. Обкатали коробку сегментальную, поняли, что куда толкать, тыкать, и вообще стали понимать, что такое заднеприводный автомобиль без каких-либо систем, без ABS, трекшена и так далее. Мы участвовали в этом году в классе Unlimited, в котором, собственно говоря, участвуют все бескомпромиссные автомобили, как Subaru, Evolution, да и все, собственно говоря. Еще там теперь появилась Mazda. Я ездил в этом году в MaxPower в классе Touring на Lotus Elise. Занял в итоге второе место. По планам на этот год был выезд все же на Honda в классе GT2, но так как мы ее не успели собрать, и было решено ехать в Туринге, поэтому машину мы дорабатывали в процессе до зачетных попыток. На машине сломался привод, который, собственно говоря, никогда никого не ломался. Мы его починили, заварили как нужно и ждали новый привод. Следующий шаг – это была подвеска. Когда было понятно, что машине явно не хватает подвески, мне пришлось в срочном порядке ехать в Европу и там купить. И утром в Смоленске я приехал, собственно, только уже на зачетную попытку, по сути, где, собственно, занял, к сожалению, второе место. Приехала другая машина, которая выстрелила неожиданно быстро. С результатом 1 минута 48 секунд, 749 тысячных, номер 3, Никита Ресниченко. На автомобиле Honda S2000 победитель второго этапа MaxPower Cars в классе Touring. Аплодисменты! По многим причинам GTR по своим тактико-техническим характеристикам замечательная, очень быстрая машина. Плюс, если говорить только о кольцевых гонках, то в этом деле я относительный новичок. Это машина, которая позволяет не только быстро ездить, но и позволяет учиться. Поскольку я себя считаю пока учеником и, так сказать, начинающим в этом деле человеком, то в этом смысле это то, что надо. Эта машина просто шикарная. Я в нее влюблен до сих пор. Эта любовь пока не проходит. У меня были позывы поменять после 2 лет эксплуатации первого GTR. И я пробовал и примеривался к 911 Turbo, но нет. Не понравилось. Честно говоря, я шел в сезон и ставил себе цель взять первое место. Поэтому с точки зрения достижение поставленной цели – это некоторое разочарование. С другой стороны, опять же, многому учишься в процессе. Я сейчас понимаю, что в начале сезона не был готов ни я к тому, чтобы занимать первое место, не было в достаточной степени готова машина. Были проблемы и с настройками, и с техникой. Были проблемы с организационными вопросами. То есть, в принципе, несмотря на то, что чемпионат у нас имеет статус любительского чемпионата, да, Time Attack, но тем не менее, чтобы на что-то претендовать, многие вещи нужно уметь и готовиться к тому, что делать их придется профессионально. Если говорить, почему именно Turbo Pro, волей случая 2 года назад был куплен Lancer Evolution 9-й модели, абсолютно стоковый, стандартный, захотелось научиться ездить, начал заниматься собой, пилотированием и заниматься машиной. Так появилось 7 месяцев второй Evolution, был куплен Корч, который, в принципе, по эти дни ездит, прогрессирует, которым, в принципе, 2 года и занимались. В данный момент машина меня абсолютно всем устраивает. Мы подобрали наконец-то настройки, подвески, трансмиссии, мотора, необходимые под задачи, под меня, под мой стиль пилотирования.
каким-то образом с ним начали друг друга понимать, и, в принципе, все получилось. В прошлом году сезон закончил я на втором месте. Соответственно, в данном сезоне ставил для себя задачу только одну. Задача была победа. Если говорить о перспективах развития, то и о следующем сезоне. Загадывать, конечно, еще рано, но, по всей видимости, продолжу участвовать в тайм-атаке Max Power Car. Но очень хочется попробовать себя в настоящих контактных гонках. Планирую поехать в чемпионате Германии в ЛН в одном из классов. В этом году с машиной, но самое огромное разочарование было с машиной, это на втором этапе в Смоленске, конечно, у меня стуканул мотор. Собственно, в этом было огромное разочарование, хотелось все бросить. Нужно было искать какие-то новые средства по поиску этого мотора недешевого. Его найти очень тяжело. Но у меня был один вариант, где взять этот мотор. В общем, я его нашел, я его поставил, я достиг того, чего планировал сделать в этом году. Я участвовал в туринге и одновременно в классе GT3. Хотелось тоже залезть на подиум, но чуть-чуть не хватило. Самое главное, ну и не совсем, наверное, хорошее, изменилось то, что у нас стало участие дорогим. У нас была одна трасса, я помню. Вот, все катались на одной трассе в одну сторону, потом в другую сторону. Вот, и, в общем, было как-то весело. У нас ценник был очень низкий, все это было дешево. Сейчас это все достигло каких-то серьезных затрат. Также хочется сказать всем спасибо, всем участникам, которые принимали участие в чемпионате, которые потратили много-много денег, которые ездили в Казань, потому что, ну, не только потому, что погонять, но и остаться еще вечером в кафе, например, в кафе «Обжорка», выпить немножко, покушать немножко, погулять немножко, а потом забить на все эти гонки, потому что это всего лишь остаточный час для того, чтобы улететь обратно. Все прошло очень как-то гладко, запланировано, весело. У нас веселая компания. В общем, на каждом этапе мы как-то находили, чем заняться вечером. Погулять там, пообщаться про ништяки, про тачки. Все-таки это определенный микромир, к которому мы стремимся. То есть это культурный алкоголизм, культурное времяпрепровождение. А машины и гонки – это всего лишь прикрытие, чтобы уйти из дома. Потому что именно под этим, собственно говоря, предлогом нас всегда отпускают. И отпускают даже с мужиками. То есть реально, представляете, вот эти 50 мужиков, еще с механикой, умножьте все это на 3, приезжают в какой-либо город. Местные жители шокированы. Вот это я считаю круто, когда вся эта компания собирается и делает какой-то новый ветвь развития, можно сказать, автоспорта и, к счастью, любительского автоспорта, в котором нету интриг, сенсаций и так далее. Если они присутствуют, то это уже профессионалы, профессионалы языка и так далее. Поэтому нужно оставаться самим собой. Всем большое спасибо, я очень рад провести с вами этот сезон и занять почетное третье место.